подходит к завершению наши сборы. В принципе, все, что планировали, мы выполнили. Провели ряд контрольных игр. Проверили игроков, которые мы планируем дальше с ними работать. В принципе, у нас все было по плану, то, что планировали, все сделали. Условия были предоставлены нам хорошие. У нас и поле было, тренажерный зал, беговые дорожки, где мы работали. В принципе, сборами я доволен. И будем дальше двигаться к достижению наших целей.